Илья Евгеньевич, уважаемые участники сегодняшнего совещания, прежде чем, во-первых, хочу поздравить с профессиональным праздником, сказать спасибо. Но я хотел бы подойти к нашим юным МЧСникам. Сколько город Бирск, большой город? Да. Сколько людей проживает? Подсказывай, 103. Сколько? 100 тысяч. 103. Так вот смотрите. 103. 103. Молодыми не спорят. Так вот, ребята, вот сидят рядом люди, вы цифру слышали? Спасли 1,5 миллиона. Это сколько городов Бирска? 10. Цифра. Вот представьте, 10 городов, вот эти люди, внешне такие же, как и мы с вами. Ну, только входят в форме. Ходят сутки, за сутки заступают в наряд. Песня, если послушать ее, вдуматься в слова. Шагнешь ли ты в огонь, когда дома дочь и жена? Наверное, это есть такое выражение, не вы выбрали профессию, а профессия выбрала вас. Потому что вы являетесь заложниками того, что-то, кстати, у вас заложено в душу. А душа у вас широкая, добрая. Потому что рисковать отдавать свою жизнь во благо другому, ну, не каждый сможет. Я преклоняюсь перед этим парнем, водителем маршрутки, который, проезжая мимо, просто не являясь профессионалом. Я говорю, если ты здесь в зале, большое тебе спасибо. Спасибо за то, что, так сказать, есть такие парни на земле, которые понимают, что жизнь другого человека бывает иногда в твоих руках, неожиданно. Вот в тот момент она оказалась в его руках, и он ее спас. Негромкие слова, спасибо. Не достает следующее, вот когда вы сейчас показывали, выходили с наградами, вы знаете, мне приходится по роду своей службы, не работы, принимать участие тогда, когда дарят юбилейные медали. Я сидел, когда выходили парни, получали медали, Константин Витальевич сзади сидел и комментировал. Вот этот, говорит, 5 человек по лестнице, 3 детей, из них 3, по лестнице сам на руках вынес. А вот этот, говорит, Валюри принимал участие, когда лёг, завалил его. И вот за каждой вот этой медалью, за каждым этим выходом есть реальная жизненная ситуация. Секундная, минутная, а может быть и суточная, когда вы боретесь со всем этим. Я вам хочу пожелать, во-первых, еще раз сказать спасибо, а пожелать добра и уюта вашим семьям. Потому что вы не за грибами выходите вниз. Вы выходите каждый день. Я догадываюсь, я не могу понять, и никогда не пойму то переживание, которое испытывают ваши жены, когда отправляют вас на работу, на службу. Я хочу им сказать спасибо. Дай Бог здоровья вашим близким. А в преддверии праздника, единственного, наверное, праздника, который у нас с детства ведет, это новогодний праздник, я хочу вам пожелать в новом году поменьше выезжать, побольше, так сказать, находиться у себя в подразделении, ну или тренироваться, чтобы жиры не заросли. Уюта вашему дому, добра, тепла и любви. С Новым годом вас, с профессиональным праздником, и дай Бог вам здоровья. Спасибо, что вы есть.